Уважаемые коллеги, друзья, мы сегодня по традиции отдаем дань памяти наших товарищей, которые отдали свои жизни за Родину на фронтах Второй мировой войны, выполняя служебный долг и пострадавшим от репрессий. Это и сотрудники Министерства иностранных дел, и сотрудники Министерства внешней торговли, которые долгое время располагалось в этом же здании. Мы отмечаем в этом году 70-летие Великой Победы в нашей Великой Отечественной войне. И дипломаты, внешторговцы внесли достойный вклад в общие усилия, в усилия по освобождению нашей страны и освобождению Европы. Вклад они вносили и на дипломатическом поприще, и на фронтах Великой Отечественной войны. Вклад этот измеряется многими достижениями, включая создание антигитлеровской коалиции. Дипломаты активно способствовали этому. Он включает также и открытие Второго фронта, и создание основ современного мироустройства, создание Организации Объединенных Наций. Вспоминая наших предшественников, мы свято чтим их память, мы бережем их традиции, развиваем их опыт, стараемся использовать все то, что они сделали для Родины в нашей сегодняшней работе. Ситуация в мире непростая, поэтому все богатство внешнеполитической службы нашей страны весьма и весьма востребовано. И мы, я рассчитываю, будем достойны тех, кого мы сегодня вспоминаем. Спасибо.